Протесты в Париже. Задержаны 60 человек. Желтые жилеты собрались на Елисейских полях и требовали от президента Франции Эммануэля Макрона отменить решение о повышении налогов на топливо. В Париже в результате столкновения демонстрантов, которые протестуют против повышения цен на топливо, с правоохранителями задержали 60 человек. Об этом сообщает Le Figaro в субботу, 1 декабря. Ранее сообщалось о 16 задержанных. Желтые жилеты собрались на Елисейских полях и требовали от президента Франции Эммануэля Макрона отменить решение о повышении налогов на топливо, которые приведут к росту цен с 1 января 2019 года. По словам главы Министерства внутренних дел Кристофа Кастанье, во время столкновений с правоохранителями были задержаны 60 протестующих. Около 200 мирных демонстрантов находятся на Елисейских полях, почти 1,5 тысяч правонарушителей за пределами периметра устраивают стычки. Полиция уже прибыла на место и отбила нападение. 60 арестованы, заявил Кастанье. Елисейские поля будут оставаться перекрытыми, а пешеходы должны будут проходить через контрольно-пропускные пункты. Напомним, гостиницы в Париже понесли убытки в размере около 10 миллионов евро из-за акций протестов желтых жилетов. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.